Это у меня первая гравийная гонка, первая кубковая гонка, для меня памятная. И вот, к сожалению, на первом спецучастке у меня буквально мы половину спецучастка проехали. У меня слетел патрубок в одном из поворотов охлаждения. И повезло, что там, где мы остановились, там, во-первых, были люди, которые нас выручили немножко. И перед стартом второго спецучастка очень забавный момент был, когда все ждали старта, а мы подъехали к колодцу, передней части автомобиля, и заливали воду прямо из колодца в машину. Зато сразу остыла колодезная вода, до 70 градусов машину остудила. Вот, в целом, вот как-то так у нас сейчас проходит. Доехали потихонечку, сейчас задача была в следующие спецучастки стартовать уже не на результат, ни на что, просто на опыт. После сервиса нормально, третий спецучасток я проехал. А на четвертом у меня случилось то же самое, что и на первом. Опять слетел патрубок охлаждения. Но мы оперативно его починили и поехали дальше. Очень обидно, потому что именно на четвертом спецучастке я вкатился. Был шанс показать хорошее время. Ну, мне кажется, реально там было быстро. Ну, как есть, что, набираемся опыта. Будем чиниться дальше. Boom, boom, chaka, 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 boom,